Все, заругали. Я здесь. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, мои дорогие зрители, слушатели, подписчики, не подписчики. Я рад приветствовать вас в этой замечательной, уютной атмосфере правого глаза. Сегодня на улице очень неприятная такая погода. Я даже не смог заставить себя выйти в магазин за хлебом. Поэтому сижу без хлеба. Не знаю, как у вас, у кого. Но у нас вот так вот. Не очень приятно. Привет, Лен. Как у вас с биофизикой дела? Как у вас с постижением новых наук? Есть ли какие-то продвижения? До чего вы дошли, кстати, интересно? До какой темы сейчас, на чем находитесь? Как семинары проходят? Все ли гладко? Все ли вас устраивает? Все ли устраивает вас, Владимира Николаевича? Кайро, да проходи, у нас, в принципе, свободная страна, свободный университет, можно с собакой. Я люблю собак, собаки — это очень умное животное. Блин, такое состояние сегодня. Я проснулся еле-еле. Как будто мы вчера на стриме настоящую водку пили. Сила плацебо. Оно работает и на меня тоже. Не бунтуйте. Так, наверное, нужно показать вам себя. Здравствуйте. С двуголовой собакой можно, конечно. Хочешь с трехголовой — приходи. Я только приветствую такие начинания. Только приветствую. Тащим потихоньку, пока ни одного креста. Подошли ко второму началу термодинамики. Здорово. Очень здорово. Валерий Хилл, почему? Что случилось? Почему ты бунтуешь? Не бунтуй. Все в порядке. Сегодня я вообще хотел, на самом деле, больше просто поболтать. Ну, то есть не что-то конкретное рассказывать, а вот делиться мыслями, возникающими по ходу повествования. Потому что по этой теме, которая сегодня будет, не думаю, что принципиально что-то новое я могу вам сообщить. Ну, хотя, может быть, кому-то и могу. Дело вот в чем. Недавно я наткнулся на такую штуку. Или, может быть, кто-то из вас мне скинул. Я точно уже не помню. Если кто-то скинул, то напишите, кто это сделал. Я этому человеку скажу спасибо.
наткнулся на вот такую вещь, которая называется нейростимулятор Brainstorm. У них есть аж целый сайт, который называется «Привет, Пепе, я тебя так ждал, я думал, ты не придешь». Но я заблуждался. Я заблуждался. Так, нейростимулятор Brainstorm. Да, кстати, хочешь меч? Держи меч. Мне не жалко. Вот. Ноутбук зависит каждые 20 минут, помогите. Ничего страшного, ничего страшного. Всегда есть записи, можешь посмотреть. А вообще, попробую, не знаю, системой охлаждения что-нибудь поколдовать, может быть, поможет. Подставку купи на AliExpress с кулерами. Или просто поставь на упаковку из-под яиц. Ну вы поняли? Нет, я не понял. Причем здесь смерч? Какой смерч? Ладно, хорошо. Вот. Нейростимулятор Brainstorm. Авторы утверждают, что это такая штука, которая позволяет вашему мозгу очень продуктивно использовать свои, так скажем, врожденные способности, что ли, и, короче говоря, усиливать мозговую деятельность, улучшать память, внимание и так далее. Эта штука выглядит как просто полоска, ну такая, знаете, как спортивная повязка, женщины повязывают, чтобы волосы не мешали во время занятий спортом. И здесь, значит, два электрода. Все, по сути. То есть это очень похоже на обычный миостимулятор, который наверняка вы много раз видели, и раньше было модно рекламировать его по телевидению, во всяких там магазинах на диване. То есть такие бабочки на батарейках, которые там или на сети подключаются, бывает. Их ставишь на кожу, на тело, там на пресс, там на руки, на ноги, куда угодно. Хоть на задницу включаешь, и там подается слабый электрический разряд, которого хватает для того, чтобы мышца сокращалась. И вроде как с помощью этого можно эти мышцы натренировать. Попробую сделать глобальную перезагрузку, которую поставил недавно. Высказывайся, высказывайся, для этого чат и нужен. Приходи и высказывайся, я готов выслушать тебя всегда и в любое время. Можешь в личку писать днем и ночью, я постараюсь тебе помочь. Мы здесь и ученые, и психотерапевты, и все в одном. Цирконевый браслет для мозга, да, конечно. Сейчас мы, кстати, до этого тоже дойдем, до циркониевого браслета, Лен, не переживай. Пипа, напиши что-нибудь. Ну, напиши ему что-нибудь, пожалуйста, успокой человека. Вот. Почему миостимуляторы так не работают, как нам показывают? Все очень просто. Давайте вспомним, я уже говорил об этом на одном из стримов, не помню на каком, может быть на работе мышц, может быть где-то еще, но общие принципы работы возбудимых тканей. Просто напомню, вкратце, буквально 5 минут. Возбудимым тканям относятся нервная ткань, мышечная ткань и железистая ткань. Три вида ткани в нашем организме. Но если мы представим мышечную клетку, миоцит, хотя еще это она зеленая, пускай она будет розовая. Мышечную клетку, там где-то там в ней есть ядро, очень много митохондрий, вот они как раз пусть будут зеленые, очень много митохондрий, которые снабжают эту клетку энергией. Потому что, как вы понимаете, сокращение мышцы – это очень-очень энергоемкий процесс. И очень нужно много АТФ. Он, кстати, он в прострацию он ушел. Может быть, вернется, вернется. Я очень надеюсь, что вернется. И когда необходимо это волокно активировать, скажем так, к нему подходит электрический импульс от нейрона. Ну, к примеру, вот здесь изобразим аксон. Я надеюсь, что вы помните, что от каждого нейрона отходит аксончик, который
позволяет сгенерированный заранее нервный импульс послать, ну, куда-то, к следующей клетке, будь то мышечная клетка миоцит, будь то нервная клетка нейрон, будь то железистая клетка. И когда этот импульс доходит до мышцы, на ее мембране в этом месте, то есть не до мышцы, а до мышечной клетки, вообще все вместе называется двигательная единица. Вот это вот. Каждый нейрон, который регулирует деятельность конкретного мышечного волокна или мышечной клетки отдельной. Двигательная единица. Когда импульс доходит до миоцита, на этом месте возникает потенциал действия. Напомню вкратце, что такое потенциал действия. Клетка в норме заряжена неравномерно. С одной стороны у нее находится положительный заряд, к примеру, снаружи, а с другой отрицательный, как конденсатор. Это обусловлено наличием в клетке и вокруг нее разной концентрации солей. Ну, то есть, реально конденсатор обычный. Кто работал с радиотехникой, те поймут, о чем я говорю. А те, кто не работал, в принципе, вам этого будет достаточно, чтобы понять, о чем мы будем говорить дальше. И когда импульс доходит до сюда, то возникает перезарядка. То, что было заряжено снаружи положительно, или изнутри положительно, снаружи отрицательно, честно говоря. Что-то я сейчас меня маленько переклинил, я не помню. Но это не так важно. Заряжается наоборот. Если вот сейчас у нас снаружи плюс, внутри минус, то теперь будет внутри плюс, снаружи минус. И постепенно эта вот перезарядка, она идет в обе стороны. По клетке, ну, естественно, клетка не плоская, она трехмерная, поэтому как бы от этой точки во всех направлениях. И перезаряжается клетка, и механизмы, которые происходят внутри нее вследствие этого всего, они порождают, собственно говоря, действие этой клетки. Если это нейрон будет, то он передаст импульс дальше. Если это миоцит, то он сократится. Сладкие аксоны и дендриты. А, сладкие. Привет, Джек. Милина Блочки, помним. Здорово, здорово, что помнишь. Все правильно вроде. Да, хорошо. Хорошо, да, панда, спасибо за уверенность в моих словах. И происходит сокращение, собственно говоря. Так работает в норме двигательная единица. Таких единиц очень много в мышце. И когда они работают слаженно, то мышца сокращается как положено. Когда возникает какой-то разлад, то, соответственно, что-то идет не так, и мышца начинает работать неправильно, сбоить, возникают какие-то лишние токи, лишние движения, судороги и так далее. Но мы рассматриваем нормальную работу мышцы. Нормальную работу двигательной единицы, если быть точнее. А когда нам предлагают миостимуляторы, то получается следующее. Мы накладываем на кожу, ну, то есть снаружи, грубо говоря, вот возьмем, не знаю, ну вот здесь мышцы есть у нас, да? Блин, не знаю, не видно на камеру, наверное. Ну, грубо говоря, вот мышца, вот это. Накладываем миостимулятор, и от одного электрода к другому пробегает электрический сигнал. Электрический импульс слабого тока, слабой силы тока. Его вполне достаточно, чтобы вызвать сокращение мышцы. То есть принцип тот же самый абсолютно. На мышцу ток же он проходит по среде нашего организма довольно хорошо, потому что наше тело является проводником электрическим, а не изолятором. Адеморс, у меня сегодня праздник. Да, праздник. То есть при перезарядке солнце начинает двигаться через оболочку. Да, суть перезарядки в том, совершенно верно, Ром, что открываются каналы, натрий-калиевый насос начинает работать и перегонять положительные ионы. То есть ионы натрия заходят как бы внутрь, а ионы хлора выходят наружу. Так, стоп, правильно ли я говорю все? Хлор же большой. Ну да, все правильно, получается так. А, нет, только натрий засасывается внутрь, тем самым повышая. Хлор-то никуда не девается, он остается внутри. Потому что он довольно крупный атом и с трудом может покинуть клетку. Вот. Что-то я прям аж сейчас задумался про этот механизм. Я бывает так, знаете, клинит что-нибудь на совершенно очевидном.
Но не суть. Короче говоря, происходит обмен солями некоторыми. Положительно ионы заходят внутрь и повышают внутри потенциал, что по сравнению с внешним он становится положительным, а снаружи отрицательным. То есть на самом-то деле никакого там перемещения электронов не возникает как таковых отдельных, а меняются именно ионы местами. Так вот, и когда происходит воздействие слабым током на мышцу, то происходит точно такой же механизм, и натрий калий несут положительный заряд. Вот в чем дело. То есть натрий должен заходить, да, калий выходить, но при этом внутри скапливается все равно много положительных ионов. Вот. И при этом как бы нейроны-то уже не нужны становятся. Но дело тут вот в чем. Когда мышца работает как положено, то есть что хочет добиться человек, использующий миостимуляторы, ну простой обыватель. Вообще они очень полезная эта вещь, они нужны, для чего скажу чуть попозже. Когда простой обыватель пытается использовать миостимуляторы, он ожидает следующего. Вот я надену себе там на бицуху бабочку эту с батарейкой, нажму на кнопку и типа у меня будет мышца как у Шварценеггера. Нет, не будет. В чем дело? Когда мышца работает нормально, как положено, то есть вот в таком формате, то наступает ее нормальная физиологическая усталость. То есть при активной работе мышцы, мышечного волокна, ну мы об этом вкратце говорили, я просто напомню, при работе нормальной мышечного волокна у него как бы уменьшается количество энергии, и поскольку запасы не бесконечны, то рано или поздно просто-напросто вся эта энергия, она закончится. И мышца уже не сможет работать. Это называется усталость мышцы. То есть одно дело усталость просто, когда ты пришел домой, упал на диван и лежишь, ничего не делаешь. А другое дело усталость мышцы, именно физиологический термин. Это когда заканчивается энергия, грубо говоря. Но, когда происходит восстановление, организм это все-таки система. Довольно слаженная и довольно сложная. И все системы организма работают в этом случае на восстановление энергии в мышцах. Но не только восстановление, а организм дает дополнительный запас, потому что он хочет, чтобы мышца работала как можно дольше. И если в прошлый раз энергии не хватило, значит дам-ка я ей в этот раз немножко побольше энергии. И, соответственно, при этом для того, чтобы вместить большее количество волокон, для того, чтобы вместить большее количество энергоэлементов мышцы увеличивается, растет. Тем вот обусловлен рост мышц. Ну, я думаю, это всем и так понятно. А когда мы используем миостимуляторы, то не происходит полноценной физиологической усталости. То есть для того, чтобы ушатать мышцу до состояния, когда, вот, допустим, человек сходил в тренажерку, сел там на какой-нибудь тренажер, начал качать тот же самый бицепс, или взял гантель, начал качать бицепс. Через там 10 минут он уже устанет так, что не сможет больше эту гантелью поднять, конечно, если не будет халтурить. Вот. А если использовать миостимулятор, то сокращение этих волокон будет происходить, но оно не будет полноценно сокращать мышцу. Дело в чем, когда мышца работает, очень важно, чтобы она работала целиком. Есть такой очень интересный принцип «все или ничего». Обычно он работает, обычно приводит пример работы сердца, мышцы сердца, которая должна сокращаться полностью, целиком, в нужном порядке. Все миоциты должны сокращаться. Если этого не будет происходить, то у нас возникают проблемы, мы умираем. Я, кстати, вот у меня даже лежит бумажка перед глазами, работа сердца и чтение ЭКГ. На одном из следующих стримов мы об этом поговорим. Вот. И когда мышца сокращается полностью, то есть все волокна срабатывают, все связки стягиваются как положено, то обмен продуктами питания мышцы и обмен метаболитами, то есть то, что в ней накопилось, то, что вредно в процессе ее деятельности, они нормально выводятся. А когда же мы используем миостимулятор, то происходит
только локальное, грубо говоря, подергивание этих волокон. Ну, кто пробовал, что это такое, наверное, знает. А кто не пробовал, возьмите, не знаю, там от зажигалки, этой самой Zippo говорю, пьезоэлемент и, ну, куда-нибудь себе на какой-нибудь нерв, вот на ладошке, например, здесь есть хорошее место, вот тут, где начинается линия жизни, или заканчивается, фиг знает, я хиромантию не особо знаю. Вот сюда вот просто этот пьезоэлемент надавите, и у вас рука немножко рефлекторно сократится, потому что будут сокращаться вот эти вот мышцы сгибателя при этом. Вот. И полноценной работы не происходит. То есть не происходит тренировки мышцы, не происходит нормальной утомляемости. И это работает только отчасти. Миостимуляторы нужны, но нужны для ускорения восстановления мышц после нагрузок. То есть миостимуляторы используют обычно спортсменами. Используются спортсменами после нагрузок, ну, как, короче говоря, как мельдоний. Мельдронат, вот он же ускоряет заживление, восстановление и все прочее. А миостимуляторы тоже в этом помогают. Так, сейчас, секундочку, что-то вы тут понаписали. Я должен прочесть чатик. Здорово, кстати, сегодня такая активность. Так здорово, так хорошо. Проницаемость для натрия в основном увеличивается 20 раз. Соглашусь, соглашусь. Цифры я сейчас так навскидку не вспомню, поэтому соглашусь. Ругался как сапожник. Ну, блин, вообще-то не как сапожник. Я ни разу даже не выматерился. Я держался, я держался. Я держу марку по вторникам и четвергам. Раздвоение личности. Да, вполне может быть. Превращается в Шурика в мою расстояние. Я качал бицепс. Я подтягивал 30 раз на турнике. Помню, бабочки такие рекламировали. На живот прилепило, пресс качается. Да, да, так и было. То есть они очень пользовались большой популярностью. Продавали их там, покупали. И все прочее. Вот. Теперь, к чему я все это рассказывал? Возвращаясь к этому брейнсторму, о котором сегодня должна была идти речь. Ну, в принципе, она об этом и пойдет. Нам рекомендуется брать вот эти вот штуки. Два электрода, накладывать себе на виски, фиксировать этой повязкой и нажать на кнопку и, поворачивая ручку по часовой стрелке, установить комфортную силу тока в диапазоне 1-2 миллиампер. Миллиампер, тараканы ругаются, надо их покормить, наверное. Некоторые эффекты вы почувствуете сразу, однако в большинстве случаев требуется проводить TDCS, это вот так называемая транскраниальная стимуляция, ежедневно в течение 5-10 дней. И сеанс длится примерно 20 минут по рекомендации создателей. Я заинтересовался, что это такое, потому что у меня в голове только одно. Это очень похоже на электросудорожную терапию. Если помните, на стриме про шизофрению мы говорили об одном из методов лечения, точнее купирования шизофрении и сопутствующих расстройств, с помощью электрошока, который активно вводили в начале и середине прошлого века, для, собственно говоря, успокоения особо буйных психически больных людей. Алексей Николаевич, почему это при температуре, но температуры нет? Ну, я не знаю, я так не могу сказать, надо осмотр произвести. Тараканы живы, да. А что им будет, там три бабы? Они же не ссорятся. К тому же еда у них всегда есть. Вот. И что тут такое может быть интересное? Во-первых, давайте вспомним, что такое электросудорожная терапия. Я еще раз говорю, то есть я сегодня планировал просто вот так вот болтать. Поэтому стройной лекции не получится. И за это я прошу прощения. Электросудорожная терапия. Значит, метод психиатрического и неврологического лечения, при котором эпилептиформный больной подвергается пропусканию электрического тока через головной мозг с целью достижения лечебного эффекта. То есть, что происходит? Точно то же самое. Накладывают два электрода на, как правило, вот эти вот участки, на височные участки, и пропускается очень мощный электрический импульс. Ну, конечно, не такой мощный, чтобы сжечь мозг, но достаточный, чтобы необратимо изменить его структуру. Значит, что происходит? Мы должны понимать, что
Мозг человека — это все-таки не только кучка нейронов, кое-как связанных друг с другом синапсами. Человеческий мозг — это очень сложная структура, которая представляет из себя некоторые жидкие элементы, в частности, спинномозговая жидкость там протекает, то есть ликвор, да, белое вещество, которого больше гораздо, чем серого, то есть отростки нейронов, аксоны, да, и дендриты. И все это тоже находится в такой вот жиже, там постоянно происходит обмен какими-то веществами, гормоноподобными, медиаторами и так далее. То есть, если вот мы представим мозг, то примерно только, наверное, ну, образно говоря, вот эта вот часть, это, ну, столько по объему занимают нейроны. А все остальное — это вот то, что я перечислил. То есть представляем, что происходит с мозгом, когда мы накладываем два электрода. Ясное дело, что значительную часть тока поглотит все-таки черепная коробка. Потому что кость, сухая кость, мертвая кость, в принципе, является диэлектриком. Наверное, я правильный термин употребляю. Ну, может быть, как-то не полным диэлектриком или полупроводником, как это сказать. Ну, в общем, она плохо проводит ток, кость. Но череп, вообще-то, по-хорошему-то, он живой. И в нем есть и жидкие элементы, и все прочее. Он постоянно тоже подвергается какому-то обмену. Но, конечно, сквозь него ничего не проходит в норме, если дырки нет. Поэтому этот фактор мы исключим. Но все равно ток, который посылают, грубо говоря, надевая два электрода на височные доли, этого тока хватает, чтобы все-таки пробить мозг в этом месте и соединиться электрическому импульсу между двух этих электродов. Что происходит в мозге, думаю, понять нетрудно, представить точнее нетрудно. В этот момент нарушается деятельность, естественно, всех сразу нейронов, не только тех, которые находятся между электродами, а и вообще всех, потому что, как вы понимаете, если уж попал электрический импульс в ткани мозга, то он на какое-то расстояние распространяется. Ну, конечно, не совсем всех, я уж махнул, грубо говоря, сюда он наверняка не дойдет, вот, там до ствола, иначе бы, если это произошло, то человек просто-напросто бы умер, потому что, напомню, в стволе мозга находится нейроны, отвечающие за жизненно важные функции, такие как регуляция давления и регуляция деятельности гладкой мускулатуры, в том числе и система дыхания. Вот. Но вроде как после этой терапии больные выживали. Игоря я отдал. Мне всегда кажется лучше, когда от души идет, а не от текста. Спасибо. Спасибо, Джек, за понимание. Вот. Далее. Когда это происходит, то с человеком происходят некоторые изменения. Какие? Обычно считается, что электросудорожная терапия позволяет усмирить особо буйных больных, как бы перезагружая их мозг. Но по сути это просто вытекает в сжигание лобных долей, которые отвечают в основном за, так скажем, волевое мышление. То есть мы не можем сказать точно, где в головном мозге находится центр сознания. Считается, что он вроде как размазан по некоторым там отделам центральной нервной системы. В частности, значительная часть в лимбической системе, вот, в голубом ядре. Но как бы точно установить локализацию невозможно. Пока это не удалось. И, скорее всего, и не удастся, поскольку действительно очень похоже на то, что сознание — это совокупность деятельности очень многих отделов головного мозга. А в лобной доле ответственны за волевое мышление, за волевую деятельность, то есть за принятие каких-то решений, за мотивацию, за желание. Не за потребности, не путайте, а именно за желание. То есть есть, например, потребность покушать у человека, и есть желание скушать креветку. Вот скушать креветку — это желание, оно отсюда идет. А потребность покушать — он съест все, что угодно. Начиная там от
капусты и заканчивая банкой тушенки, даже если человек там веган, но если он помирает с голоду, то он тушенку съест как миленький. Если, конечно, он психически более или менее здоров. Так вот, это электросудорожная терапия. Она, в принципе, довольно успешно применялась при купировании шизофрении, как я уже говорил. И сейчас тоже до сих пор применяется, но, конечно, в более щадящей форме, ничего там не выжигают. Чаще всего сейчас ее используют для снятия депрессий и для купирования алкоголизма, наркомании и всего такого прочего. Потому что вроде как при воздействии вот таком вот на мозг, но щадящем, возникает обезболивающий эффект, то есть отключаются болевые рецепторы, точнее не рецепторы, извините, а болевые нейроны, которые воспринимают боль от конечностей и всего прочего. И происходит выброс некоторых нейромедиаторов, которые отвечают за ощущение безопасности и благополучия, что ли. Это официальное мнение. То есть официальное мнение тех, кто использует электросудорожную терапию. Но в целом эффективность этого метода, она практически не доказана. Очень многие в психиатрическом сообществе и в психофизиологическом отрицают эффективность этой методики. Вот по какой причине. Ну, во-первых, нет ни одного серьезного по-настоящему исследования с там, двойным слепым методом, с большой группой людей и так далее, которые подтвердили бы эффективность. Почему? Здесь очень похожая ситуация на... помните, мы говорили про пироцетам, про наотропил, что его исследовали на больных с синдромом Паркинсона, болезнью Паркинсона, извините, и он не давал эффекта. И вроде как его признали неэффективным. Но есть мнение, что, может быть, он не должен работать у больных-то, а он должен как раз-таки у здоровых людей продуцировать необходимый эффект. Здесь вот то же самое, только наоборот. Потому что если изучать эту терапию на здоровых людях, то, может быть, эффекта не будет никакого, может, будет еще хуже. Поскольку, как мы уже сказали, это влияние, оно распространяется на довольно значительную область мозга. И авторы этой методики и ее последователи, ее приверженцы утверждают, что происходит именно локальный выброс необходимых веществ. Но мы должны понимать, что если по мозгу вдарить электрошоком, то задействуется сразу огромное количество нейронов. Скорее всего, эффект вызывается либо вот сжиганием лобных долей, как было раньше при лечении шизофрении, при купировании шизофрении и припадков, либо просто-напросто нормализации в работе нейронов. Ведь какая ситуация может произойти? Иногда у человека возникают сбои в работе организма. Ну, понятное дело, давайте снова порисуем наши любимые звездочки. Возникают сбои в работе организма какого характера? Ну, например, чисто случайно получилось так, что по какой-то причине непонятной вот этот вот нейрон, вот этот вот товарищ, он обиделся, и перестал принимать нервные импульсы от другого нейрона. Это может быть химическое воздействие, это может быть мутация какая-то, это может быть попадание сюда ненужного белка, который здесь быть не должно. То есть причин может быть масса. Но факт остается фактом. Он вот не хочет принимать импульс от другого нейрона. А ведь он должен был тоже кому-то что-то передавать. Соответственно, этот импульс дальше тоже не пойдет. И так далее. А если такой нейрон не один, а их много, то, соответственно, ситуация еще хуже. И это можно сравнить, в принципе, отчасти, просто аналогию провести, но не гомологию, с фибрилляцией желудочка в сердце, когда по какой-то причине они начинают рассинхронизироваться и сокращаться не одновременно. Тогда возникает фибрилляция, очень опасное состояние, такое судорожное мышцы сердца. И если это состояние не снять, либо прекардиальным ударом, если умеешь делать, либо, значит, дефибриллятором, просто-напросто пропустив сильный электрический ток, через сердечную мышцу,
перезагрузив как бы все нейроны, потому что один так работает, другой так, но реально похоже на перезагрузку компьютера, когда у нас очень много всяких процессов подвисает в памяти, мы не понимаем, что делать, вот, просто-напросто обижаемся, тыкаем reset, он перезагружается, и вроде как все в порядке, потому что все процессы сбросились до нуля. То же самое и с сердечной мышцей. Вот, может быть, если болезнь человека, которую собираются лечить электросудорожной терапией, основана вот примерно на таком механизме, когда возникают сбои в нервных цепях или в нервных сетях, то этот импульс просто-напросто перезагружает их, они становятся адекватными, эти нейрончики, у них повышается настроение, они снова принимают эти самые импульсы и передают их дальше. Ну, это, конечно, так весьма примитивно я объяснил, но думаю, общий механизм понятен. Вот на этом может быть основана действительно эффективность этой терапии. Но, повторюсь, ни то, ни другое, ни третье не доказано до конца. Это пока только гипотезы. И это очень странно, поскольку методике уже скоро будет 100 лет, но почему-то ее вот не так активно не изучают. Причем сейчас она больше применяется в России, чем на Западе. Хиконирон, да. И теперь, если мы посмотрим, что же нам предлагают на сайте нейростимулятор Brainstorm в разделе «Научный подход». У них есть такой подраздел «Научный подход». А, да, я когда это увидел, я сразу полез, конечно же, естественно, на YouTube. И вбил прямо так «транскраниальная стимуляция». И вышел на интересного человечка. Это сайт, точнее канал университета ИТМО. И выступает Тимофей Глинин, аспирант биофака СПбГУ. Это проект Курилка Гутенберга. Многим, наверное, известен. Это внебрачный сын Science Slam. То есть туда приглашают слэмеров, которым обычно не хватает 10 минут, и из них просто льется поток слов, и им дают 45 минут, чтобы они высказали все, что думают о своем исследовании. Вот. Ну, а многие в этом находят отдушину. И он начал рассказывать про электростимуляцию мозга, как наука делает нас умнее и так далее. Вот. Попытка номер два. Всем привет, меня Там, зовут к сожалению, с Мария. эхом, но я Я думаю, сегодня что-то буду можно расслышать будет. рассказывать Сейчас о я том, как мотну на то там место. электростимуляции мозга или о том, как информации моторная кора отвечает за нарабатывание той, ну вот, моторики, техники движений, Что как все тут правильно научно он так и всем. рассказывает. Я просто видео не показывает, И ничего там важного нет. получать то или иное ускорение действия активности этих зон. Но если мы говорим про обучение, например, в результате которого эта зона, она должна выучить какой-то новый паттерн, то этот процесс начинает происходить быстрее. Если мы, но самое интересное, что нейроны, они структуры, которые умеют адаптироваться к Ну, в общем, рассказывает реально такие вроде как умные вещи, а потом начинает нести какую-то чушь. Потому что он сразу же в каждый пример стал включать эту транскраниальную стимуляцию. Я что-то начал подозревать и прочитал описание. А там приписка есть. Тимофей Глин, аспирант биофака СПбГУ, точка, руководитель проекта нейростимулятор Brainstorm. То есть чувак просто-напросто пришел пропиариться туда. Вот он, в принципе, создатель этого сайта, я так понял. Я выматерился, плюнул на это дело и полез дальше сайт сам изучать. Технология транскраниальной стимуляции известна в научном мире уже более 30 лет. Более 500 научных исследований на здоровых добровольцах доказали эффективность и безопасность метода. Мы решили сделать TDSS нейростимулятор для широкого применения в повседневной жизни. В общем, о чем мне говорят? Через два электрода подается специально смодулированный ток. Постоянный ток силой 1-2 миллиампера. Это очень маленькая сила. Сила тока, в принципе, безопасна для человека. Изменяющий возбудимость нервных клеток. Другими словами, их способность передавать нервный сигнал. Положительно заряженный электрод увеличивает возбудимость нейронов, а отрицательно заряженный электрод ее снижает. То есть, как бы, вот после этих слов становится понятно, что человек вообще не понимает, абсолютно не понимает физику. То есть, ну вот совсем не понимает физику. Он реально думает, что когда ток течет от анода к катоду, то это как магнит. То есть, этот заряжает, этот снимает заряд. Но
Причем здесь как бы возбудимость и способность передавать нервный сигнал. Мы уже выяснили, что происходит с нейроном при подаче на него какого-то напряжения электрического сигнала. Но здесь ну, просто я не знаю, как это комментировать. Ну, бред какой-то, просто бред, реально. И, в общем, здесь какой-то есть обзор и все прочее. Написано, что десятки лет исследований, низкий риск, очень красивый сайт. Кому интересно, в гугле просто вбивайте Brainstorm нейростимулятор, найдете. Сразу же первая ссылка будет. Вот, в общем, куча всего интересного, научные исследования, прям вот все-все-все такое интересное. Но проблема в том, что когда я начал тыкать на ссылки, такие самые, где могут быть серьезные подтверждения, в частности, в 2008 году американское оборонное агентство опубликовало отчет, в котором сообщило, что применяет транскраниальную стимуляцию во время подготовки военных, и что стимуляция мозга увеличивает эффективность обучения в два раза. Тыкаю по ссылке, конечно же, page not found, 404. Вот. Но кидает на сайт, правда, действительно, оборонного агентства США. Может быть, что-то там такое и было, месяц повисело, и потом удалили, потому что стало стыдно. Явно это что-то там не к добру было. Как раз ток убивает человека, а не напряжение. Ну, ток. Нет, убивает и то, и другое. Если будет низкое напряжение, а высокая сила тока, тоже ничего не будет. Нужно, чтобы и то, и другое было высокое. Но согласен, если 220 вольт, там будет миллиампера, ничего не будет. А если ампер, то убьет. Вот. Но тут действительно очень мало. Очень маленькая сила тока. И не может это навредить, как я полагаю. Я, конечно, не специалист уж такой в нейрофизиологии, но, как мне кажется, ничего страшного, к Зарипову его, да, к Зарипову надо бы его. Вот. Ничего страшного не произойдет. Но, что самое интересное, когда я стал читать Википедию, да что ж такое, извиняюсь, и там я тоже нашел статью про транскраниальную терапию. Очень даже много здесь есть как бы ссылок на исследования, но ссылок просто на словах, а реальных ссылок, то есть линков, нет никаких. Естественно, все мы понимаем, что Википедии в этом плане доверять не стоит, нужно искать что-то более серьезное. Так вот, я нашел обсуждение всего этого дела, и ребята, которые там это все описывали, они довольно здравые мысли высказывали. В частности, цитата с Википедии. ТЭС селективно, то есть избирательно активирует систему эндогенных опиоидных пептидов мозга. Прежде всего, бета-эндорфина. Такой, да, пептид опиоидный есть. Я как бы закончил цитату, свои слова говорю. Он оказывает действительно обезболивающие действия. Оказывает вазодепрессорное действие, то есть ну, расслабляет, так скажем, да, мускулатуру гладкую сосудов некоторых. И вот комментарий молодого человека, очень здравый. На каком основании сделаны такие выводы? И каким образом с помощью электростимуляции можно добиться активации только опиоидной системе? В головном мозге есть другие нейропептиды и нейромедиаторы. И, соответственно, рецепторы. Почему на них не действует? Вроде бы селективный эффект можно получить только фармакологически, и уж тем более удивляет ультраселективность в отношении только бета-эндорфина. Далее, про разнообразие эффектов. Вот что тут пишут товарищи в Википедии про этот эффект. Клинически подтверждены следующие основные эффекты тест-терапии. Нормализация психофизиологического статуса, антистрессорные и антидепрессивные эффекты, повышение работоспособности, нормализация сна, снижение утомляемости, улучшение настроения, повышение качества жизни в целом, репаративный эффект, ускорение заживления повреждений разного генеза всех видов тканей, в том числе дефектов кожи и слизистых, регенерация гепатоцитов, периферических нервов, соединительной ткани, эффективное обезболивание даже в тех случаях, когда медикаментозное лечение болевого синдрома оказывается неэффективным. Известно, что бета-эндорфин обладает энергетическим эффектом почти в 30 раз превышающим эффект морфина. Нормализация процессов вегетативной регуляции, нормализация сосудистого тонуса, нормализация артериального давления, стимуляция иммунитета, торможение роста опухолей, повышение качества жизни онкобольных, купирование абстинентных синдромов. Ну, в общем, панацея.
Вспоминает сразу, конечно, цирконевый браслет, который у тех, у кого высокое давление, снижает его, у кого низкое, повышает. В принципе, то же самое. Почему? Потому что репарация тканей, репаративный эффект, то есть усиление пролиферации, чтобы клетки быстрее делились. И тут же торможение роста опухолей. Как? Как? Они либо все тормозят, либо все ускоряют. Одно из двух. Ну и тут про давление тоже, то есть прикольно, прикольно очень. Это все как бы это приписывается вот бета-эндорфину, тому самому мифическому, который в принципе-то и даже и не знает, что он такой крутой и может делать такие вещи. Есть, да, есть такой медиатор, но он, конечно же, не настолько крут, и уж тем более локальное воздействие на... Да, кстати, я вас обманул, там краем глаза посмотрел на наложение электродов. Один накладывается вот сюда, вот другой вот сюда. То есть не совсем на виски, но на противоположные концы, но с одной стороны лба и с противоположной стороны затылка. Но это не так принципиально. Вот. Естественно, никто не вдается в подробности, почему этот бета-эндорфин таким действием обладает, просто потому что. И так далее. От сопротивления зависит. Да, зависит, конечно, от сопротивления, согласен полностью. Ну, касаемо поражения током. Вот. Проблема в том, еще очень большая. Ну, то есть вы поняли, что все эти приборы это просто-напросто нерабочая вещь. И этой силы тока явно не хватает даже, чтобы, ну, видимо, пробить кожу. То есть, если бы этот аппарат, вы должны понимать, работал так, как он работает, то это было бы электростимуляция мозга, головного мозга, центральной нервной системы. И уж, естественно, государство никоим образом не позволило бы его продавать людям обычным. А его может купить любой абсолютно на сайте. Кстати, я по цене так и не узнал. Купить брейншторм. Сколько он стоит? Этот аппарат. Вот 6 тысяч рублей. То есть платите всего 6 тысяч рублей, и у вас вот такая штука на руках есть. Коробочка маленькая и два электродика с этими, с липучками. Все. Отлично. Ну и комплект, конечно, всяких там гелей, токопроводящих и методичка. И батарейка крона на 9 вольт. Вот. Все очень классно, все очень здорово. Но если бы это действительно работало, то им бы не дали продавать, потому что это очень опасно было бы. Из этого мы делаем вывод, что, вероятно, этот аппарат просто-напросто не оказывает вообще никакого эффекта и работает на принципе плацебо. И его отправляем туда же, куда и гомеопатию. Понятно. Поехали дальше. Проблема очень часто возникает из-за того, у людей вот с такими, сталкиваясь приборами, что они, особенно в России, привыкли к физиотерапии. Вообще-то физиотерапия, она, ну, конечно, многими хается, врачами, но большинство, особенно, повторюсь, в России, ее используют и довольно-таки успешно. Почему? Потому что физиотерапия, она использует, как нетрудно догадаться, физические методы лечения. То есть, ну что самое простое? Это лечебная физкультура, например, это прогревание. Я думаю, если есть люди старшего поколения на стриме, ну более или менее старшего, вам, может быть, лечили так родители когда-нибудь заболевание, воспаление, брали яйцо, варили его, и пока оно горячее, прикладывали на переносицу. То есть я до сих пор не знаю, в чем волшебный эффект этого действия. Но, в принципе, тепло расширяет сосуды, увеличивает ток крови, способствует, судя по всему, большему лимфоттоку, выделению продукции слизи, усилению воспалительной реакции, приток, скорее всего, лейкоцитов к этому месту и лучшая борьба с инфекцией. Ну, в принципе, да. Ну, хотя, конечно, тоже некоторые, наверное, есть заболевания, то есть некоторые риниты, когда нельзя это делать. Но, в общем, народная медицина такая народная. Или были такие штуки, синие лампы, ими тоже грели, бывало. Ну, то есть вот такие вот вещи. То есть чисто физические моменты. Тепло, физкультура, ну, движение, то есть вибрации какие-то. В принципе, вот есть вибрационные машины, которые позволяют ускорять репарацию костной ткани. Но это, конечно, должно все происходить под контролем врача, в медцентре и уж никак не дома. То есть есть такие исследования, у нас на кафедре проводились, и Владимир Николаевич Зарипов тоже участвовал в этом.
Они создали там аппараты, которые вот за счет вибраций реально ускоряют репарацию костной ткани. Просто физический эффект. Потому что когда она, кость получает какой-то стимул, ну, такой, скажем, допороговый, который не повредит ее вот эти вот еще не сросшиеся кромки, не разорвет их, а будет стимулировать живую костную ткань, остеоциты, более активно пролиферировать и срастаться кости. Электрофорез туда же, да, совершенно верно. То есть электрофорез позволяет проникать в кожу веществу, под кожу, более эффективно, поскольку он идет по, значит, току, по электрическому току в кожу. Ну, по принципу гальваники, я так понимаю, это работает все. Но тоже очень сомнительно многими. Электрофорез, он, ну, в смысле, в лечении людей, в терапии, очень к нему негативно относится, но как дополнение или даже как тот же самый эффект плацебо не навредит, не навредит. При гайморите нельзя, да, точно нельзя. Встретил однажды двух врачей, один послал на физио, второй все говорил, что будет рак. Будет рак из-за чего? Из-за физио или просто у тебя будет рак? В любом случае, сочувствую. Там, не знаю, попей ацилококцином. Может, поможет. И вот все вот эти вот аппараты, которые используются в физиотерапии, они, в принципе, очень похожи друг на друга. Они выглядят, как правило, как вот какая-то хрень такая, которая присоединена проводом к другой хрени. Эта хрень является излучателем, а та хрень является генератором. Вот. И все эти аппараты очень похожи. И на этом играют очень часто нечистые на руку предприниматели, создавая пустышки и продавая их бабушкам за большие деньги. Но это, думаю, ни для кого не секрет. Например, один вот один из таких аппаратов мне вот ребята скинули вчера. Витафон. По-моему, Пепе скинул или кто-то, не помню. Витафон улучшает результаты лечения. Большая часть грыж межпозвонковых дисков может быть реабилитирована без операции, даже если она направлена на корешок нерва. При длительном применении противовоспалительных и противоотечных лекарственных препаратов могут развиться побочные эффекты. Поэтому реабилитация больного межпозвонковой грыжей более целесообразна на немедикаментозных методах терапии, например, с применением витафона. Ну, то есть тут вообще какой-то совершенно непонятный эффект у него возникает. Почему он работает, я так и не понял. То есть даже из описания на сайте, то есть какой эффект у него. Я так понял, что какая-то вибрация у него там возникает, и якобы эта вибрация, совпадая с частотой, какой-нибудь там мифической, естественной частотой нашего тела, конечно же, универсальной для всех людей на планете, для всех там 7 миллиардов с уникальным генокодом, она позволяет более продуктивно клеткам там работать и все такое прочее. А дальше уже то, что мы с вами зачитывали про транскраниальную стимуляцию, электростимуляцию, что там повышает низкое давление, понижает высокое и так далее. Срастаются кости, отрастают крылья и так далее и тому подобное. В общем, понятно. И эти аппараты, они все очень похожи на стандартные физиотерапевтические. Поэтому население дурит. Вот. Ну и поэтому, собственно говоря, в России-то и большинство таких контор работает. Потому что, во-первых, у нас очень не сформировавшееся в этом плане законодательство, которое позволяет этому существовать. Но, к сожалению, не идеально оно у нас в этом плане. А во-вторых, на Западе просто-напросто люди уже давным-давно недоверчивые. А в России все еще люди верят и в чудеса, и в исцеление от циркониевого браслета и так далее. Но это обусловлено уже менталитетом. С этим как бы ничего не поделать. Нужно работать на уровне более высоком, на уровне правительства и так далее, чтобы все это из продажи изъять, тех, кто этим занимается, посадить. Но вроде как не можем посадить, потому что они очень интересно поступают, эти товарищи. Когда у них вообще нет никаких исследований, они пишут, печатают на сайтах и в газетах отзывы своих клиентов. И не узнаешь, правда это писал человек, который пользовал Витафон, или это придумка автора сайта, например. То есть их не привлечь к ответственности. Они тут не пишут, что аппарат поможет, например, вот, 100% при таких-то синдромах. А вот пишут, вот какой-нибудь там Фаине Павловне помогло.
у нее там рассосалась катаракта. И вот ты пойди узнай, Фейн Паун, это вообще существует или нет. Поэтому, видимо, их довольно трудно привлечь. Но что можно гарантировать, скорее всего, если допускают к продаже такие аппараты, то они не навредят. То есть, если уж у вас бабушка купила этот аппарат, там, начала им пользоваться, и соседке дала попользоваться, пускай, пусть пользуются, пусть. Только старайтесь следить, чтобы они не рекламировали особо его среди своих там коллег, пусть не наживаются предприниматели на бедных бабушках, но если им помогает, значит у них работает эффект плацебо и все в порядке. Вот. Но если она еще не купила, то всеми силами отговаривайте ее от этого, показывайте мои стримы. Мышечные вибрации, может быть, нигде не сформировавшиеся, ну... Почему нет? На Западе все-таки больше в этом плане законы. Логичнее. Руку на Библию. Ну, это традиция. Это дань традиции. Тут никаких реально религиозных предпосылок нет. Просто символ. Символ передачи власти. Все в порядке. Я по этому поводу не переживаю. Библия, не Библия. Какая разница. Лишь бы человек хороший был, как говорится. Вот. И плавно перетекаем к еще одной теме, которая меня очень-очень зацепила. Есть вот, как же, примерно с саентологии. Сдаюсь, да, ты прав. Я всеми силами стараюсь выгораживать Запад, потому что их в последнее время слишком уж там хает всю эту гейропу и прочую братью. Но, блин, да, саентология — это жестоко. Согласен. Ну, в общем-то, везде есть свои дурачки, и там, и здесь, как бы дураку госграница не препятствие. Не препятствие. Я наткнулся на очень интересную вещь очень давно, и все хотел про нее рассказать, но забыл еще до того, как начал стримить, и вот сейчас вспомнил. Это воздействие частот на организм человека. И на его сознание. То есть частот чего обычно не уточняется. Но мы представляем, что колебаться с какой-то частотой, доступной нашему восприятию, могут, наверное, все-таки физические объекты. А значит, скорее всего, речь идет все-таки, наверное, о слухе. То есть о звуковых волнах. Потому что обычно говорится о частотах либо инфразвук, несколько герц, несколько десятков герц, либо ультразвук очень высокий, который мы якобы не слышим. Вот. И при этом люди, которые подвергаются воздействию этих частот, этих полей, они не могут почувствовать этого изменения, но оно происходит. Вот. И об этом хотелось бы поговорить чуть подробнее, только буквально 2 минутки сейчас по телефону позвоню, и я вернусь, хорошо? Никуда не уходите. Я скоро.
И вот я снова здесь. Я снова здесь. Да. Частоты. В принципе, когда такое мы слышим, ну, совсем отрицать подобное воздействие глупо. Достаточно вспомнить, что бокал стеклянный разбивается, если оперный певец там попадает в ноту и звуковой волной элементарно, если частота его голоса совпадет с формой атомов, вот, из которых состоит этот бокал, то наступит вибрация, и в итоге он просто-напросто расколется. Это такое действительно есть. И не только человек, можно врубить очень мощную колонку, подобрать частоту, и тоже этот бокал треснет. Очень красивый эксперимент. Во многих передачах популярных, по-моему, Мисс Бастерс тоже что-то такое снимали, но в мозголомах точно было. Такая, если кто помнит, была весьма упоротая передачка, научно-популярная. Она зашла на телевидении, довольно многим понравилась, но много спорных моментов там было у них. Вот. Это касаемо того, что можно разрушить, понятное дело. Есть и какое-то экспериментальное оружие, которое позволяет разрушать стены каменные путем передачи очень мощного короткого звукового сигнала. Вот. Но это все пока в планах, в плане эксперимента. Ну, хотя, может быть, где-то на вооружении состоит, просто мы об этом не знаем. Мы многого не знаем о том, что состоит на вооружении, уж не будем лукавить. Сами перед собой будем честны. А тут идет речь обычно все-таки больше о позитивном влиянии этих частот и волн на сознание и на тело. Ну, давайте вспоминать, что мы можем по этому поводу... Что можем по этому поводу сказать? В принципе, да. В принципе, звук – это волна. Звук – это волна. Она физическая. Но есть еще волны электромагнитные, не стоит забывать. То есть, свет – электромагнитная волна, радиоволны. И они тоже все имеют частоту определенную и длину волны. Если мы говорим про электромагнитные волны, то их воздействие мы уже рассматривали на одном из предыдущих стримов, когда говорили про влияние радиации на организм. То есть мы представляем, что нас и так окружает огромное количество... Разрушаешь сознание, становишься счастливым, все логично. Ну да, только так и работает. В принципе, как и при этой самой электрошоковой терапии или при лоботомии. Ну вообще, может быть, и так и работает. Почему бы и нет? Хотя люди, которые этому верят, у них там уже мало что осталось от лобных долей, судя по всему. Хотя не хочу никого оскорбить, нет, не буду. Я извиняюсь. Мало ли, вдруг кто-то из вас в это верит. Но сейчас перестанете. Вот. Клетка состоит, естественно, как вы понимаете, из огромного-огромного количества молекул и атомов, которые имеют определенный атомный вес, массу и характеристики. Атомы, в свою очередь, состоят тоже из огромного количества частиц элементарных, протоны, нейтроны, электроны и так далее. То есть протоны, нейтроны, электроны, а те уже тоже из более мелких частиц и так далее. Вот что я хотел сказать. И, в принципе, теоретически мы можем предположить, что существует на очень-очень тонких уровнях организации материи места, где материя становится энергией. И вот той энергией на нее можно воздействовать. Так, наверное, и работает все-таки наш мир. Но проблема в том, что мы не имеем ни малейшего понятия о том, как это работает. И уж тем более не имеем ни малейшего понятия, мы в смысле люди, не имеем ни малейшего понятия о том, как осознанно с помощью каких-то методов воздействовать на клетку так, чтобы ее атомы перестроились в нужном порядке. Хотя мы уже научились получать из свинца золото на ускорителях, мечту алхимиков выполнили. Но это даже металлический водород получили недавно. Господи, я же тогда вроде с вами, не помню, поделился этой радостью. Я просто прыгал от счастья, писался в штаны.
металлический водород получили. Ну, следовые количества, опять же, там огромные энергии и все прочее, но, блин, прогресс-то идет. Глядишь, скоро в нормальных количествах будем получать его. Вот. А на клетку, на целую, мы не можем воздействовать. По той же причине, по которой не работает транскраниальная стимуляция. То есть, в принципе, мы могли бы перезаряжать эти нейроны, но в том случае, если бы каждому, то есть не перезаряжать, а менять их проводимость в нужную нам сторону. Но только в том случае, если бы не два электрода на башку нацепили, а каждому нейрону, точнее каждому аксональному холмику, подвели бы отдельный электрод. То есть давайте Гаусс спаяем 80 миллиардов электродов, таких, которые бы поместились в одной голове, и включим аппарат. Но тогда уж проще создать сразу искусственный интеллект, а человека переселить и не париться по этому поводу. А до этого нам еще много-много десятков и сотен лет до таких технологий. Поэтому сейчас мы этого делать не можем. И уж тем более влиять какими-то импульсами, какими-то частотами на клетку на уровне вот передачи, так скажем, бесконтактной. То есть, да, волна передастся. Мы можем звуком, например, довольно громким, заставить вибрировать ту же самую клетку. Я думаю, ни для кого не секрет, что низкие частоты особенно, они, как правило, мощные. Ну, у кого есть сабвуфер дома, или кто-то был на дискотеке, или просто внимание, может быть, обращал, когда прикасаешься к динамику ладонью, то ощущается вибрация, такая физическая, довольно мощная. Ну, почему? Потому что просто-напросто молекулы воздуха уплотняются, волна бежит впереди, и происходит их удар. А наше тело, а нашу кожу, и мы ощущаем просто-напросто физическое давление молекул воздуха на наше тело. И происходит сокращение, вибрации и так далее. Ну, то есть, какая разница, чем воздухом мы это будем делать, ну, в смысле, звуком, или просто там потрясем человека. Это одно и то же. А бывают ребята, которые утверждают, что вот электромагнитными волнами мы можем какой-то частоты воздействовать, и тоже это будет нести лечебный эффект. Но либо это не будет нести никакого эффекта, либо это приведет, скорее всего, к онкологии, потому что мы знаем очень много примеров воздействия электромагнитных волн на человека. В частности, взрыв на Чернобыльской АЭС, воздействие сверхвысокочастотных волн по принципу микроволновки, и ни к чему хорошему это не приводит. То есть меняется конформация белка, меняется структура клетки, меняется ее генетический аппарат, и в итоге все это приводит к печальным последствиям. А со звуком все гораздо интереснее. Изначально вообще, с чего я всем этим заинтересовался, недавно нашел вот такую вот группу, которая называется «Будь со мной, моя семья». И у нее на стене от 9 октября 2016 года был пост. В это трудно поверить, как звуки исцеляют организм, уникальные знания. Мы это чувствуем, когда включаем радио, а из него доносится наша любимая песня. Или когда спокойно сидим и слушаем шум дождя. Существует осязаемый мир, в котором мы поглощены тишиной, или когда прислушиваемся к шуму ветра в листве деревьев. Нет сомнения в том, что звук тонко и глубоко воздействует на наше тело, разум и дух. Но как именно он работает? Каким образом звук нас исцеляет? Кстати, сколько там подписчиков? В этой группе довольно много. 11 тысяч. 11 тысяч. Больше даже, чем популярной биологии, по-моему, да? Наверное. Или меньше. Ну, в общем, около того. Вы можете настраивать свое тело как оркестр. Бла-бла-бла, красивые сравнения, поэзия и так далее. Основополагающий принцип энергетической медицины заключается в том, что основное энергополе создает физическое, эмоциональное и ментальное поведение или симптомы. Если мы изменяем энергетическое поле, то изменение происходит в физическом, эмоциональном и психическом поведении. Тут как бы спорить трудно. Да, об этом я уже сказал. То есть где-то там, в глубине, в самой глубине, на планковской длине, если теория струн особенно верна, то какая-то вот, значит, энергия становится материей. Но нам это непостижимо, и мы пока не можем понять, как это работает, и уж тем более называть это рабочей теорией. Это гипотеза. Это гипотеза. Но, в принципе, логичная. То есть вот в этой фразе, которую я сейчас зачитал, сложной и красивой, сомневаться не приходится. Она имеет право на существование. И дальше. Кинематика. Вот один из наиболее эффективных способов изменить энергетическое поле. Увлекательные эксперименты, в которых мы можем буквально видеть, как работает звук. Ну, я думаю, вы видели неоднократно такие штуки. Если я правильно помню, как они называются, по-моему, фигуры Хладни. Да,
Фигуры хладни на песке, например. Вот сейчас я попробую вам показать эту вещь. Ну, просто вспомните, наверняка многие из вас видели уже это. То есть что происходит? Я потише сделаю. Что происходит? Люди, ученые помещают на пластинку металлическую песочек. Он начинает под действием звука вибрировать. И в зависимости от того, какую частоту... Давайте мотнем. Какую частоту мы пустим по этой пластинке, фигура выстраивается в каком-то порядке определенном. То есть вот 345 Гц. Вот так выстраивается песочек. Но он танцует при этом, он подскакивает. Другая частота, другая фигура. 1033 Гц. То есть ни для кого не секрет. Это вот эффект известный. Объясняется очень просто. Никакой там энергетики в этом нет. Ничего там. Но из-за того, что это такие фигуры мистические, какие-то перетекающие, то у человека со слабой психикой возникает осознание какого-то таинственного ритуала. Значит, частота эта, она имеет какую-то энергетическую под собой привязку и так далее. В общем, вы поняли, о чем я хотел сказать. Вот про эти вот фигуры. Ничего здесь, в принципе, сверхъестественного нет. А они, вот эти вот товарищи, утверждают, что... Так. Образованные, где же было написано? Угу. Этот факт был хорошо известен в древнем Шумере. Именно поэтому популярностью пользовались такие практики, как мантры. Например, семенной слог ОМ вызывает определенные частоты, отпечатывающиеся на окружающей его материи, изменяет энергополе. Ну, в принципе, да. В принципе, да. Но не значит, что оно изменяет так, как мы хотим этого. То есть они... Человек с слабой психикой, Кейра, значит тот, кто в это поверит. В то, о чем я сейчас вот говорю, вот в этот паблик. Внушаемый человек, короче говоря. Я это имел в виду. Ну, неправильно выразился. Конечно, не слабая психика, но, короче, доверчивый человек. Со слабой волей, наверное, вот так. С низким уровнем критики к окружающему миру. Никого не хотел, опять же, обижать этим словом. В общем, очень много всего-всего-всего. К сути перейдем. Когда мы вовлекаемся в целебные частоты, наше тело и разум вибрируют в гармонии. Они включают в себя 285 Гц, то есть точные цифры у них есть у этих ребят. Сигналы клеткам и тканям к исцелению вызывают в теле ощущение обновления, приятной легкости. 396 Гц освобождает от чувства вины и страха, чтобы расчистить путь для эмоций более высоких вибраций. Я не знаю, что такое эмоции высоких вибраций, ну ладно. 417 Гц способствует развязыванию сложных ситуаций. Интересно, на основе сверхпроникновенной левитации не придумали еще панацею от импотенции? Слушай, кстати, можно на эту тему подумать, неплохо подзаработать, я думаю. Если у тебя будет мысль, как стартап начать, то я готов подключиться. 528 Гц – сигнал к исцелению ДНК, восстановлению клеток и пробуждению сознания. Ну, короче, по всем прошли с частотам. Я предлагаю вам послушать, вот, например, сигнал клеткам и тканям к исцелению – 285 Гц. Когда я включал, я, в принципе, ну, примерно представлял себе высоту звука 285 Гц, что это за звук. Это довольно низкий звук, ниже, по-моему, первой октавы такой вот. Или, нет, где-то в районе первой октавы что-то. Точно не буду говорить, у меня с нотной грамотой никак. Вот, ну, довольно низкий. И услышал я вот это. Надеюсь, вам слышно. То есть первая реакция была «Что?». Что это за эта хрень? Промотаем. И вот так вот, собственно говоря, оно вот идет 4,5 минуты. Конечно же, я сразу вспомнил про аудионаркотики, которые были популярны в свое время. То есть поначалу там эти вот бинауральные шумы, которые якобы при воздействии на оба уха... Да, аудионаркотики. Вот, при воздействии на оба уха
Оно вот как-то что-то там мозгу включает, переключает. Только там-то говорилось о том, что это влияет, этот звук влияет на наше сознание. А здесь, ты видишь, говорится, что на тело, то есть тут они путают немножко влияние мозга на тело и влияние частоты на тело непосредственно. Ну, хилинг, например, послушаем. 528 Гц. Сигнал к исцелению ДНК. Да, Токсин, есть такая музыка, наверное. Ну, это типа как там, ambient, что ли, называется. Я тоже одно время слушал. Хилинг. Мотнем сразу. Чувствуете? ДНК срастается. Все в одну. Новые хромосомы появляются. Классно, да? Ну, давайте не буду вас мучить. Ну, в общем, вот напомню, допустим, 285 Гц, так вот у них звучит, да? Чтобы понимали, что такое 285 Гц, это вот. Просто вот такой вот звук. И ничего больше. То есть есть другой сайт. Говорится о том, что 10 Гц повышает уровень серотонина. 4 Гц повышает уровень катехиламинов. Не знаю, что такое катехиламины. Может, имелись в виду катехоламины. Ну да ладно. И в общем и так далее. Ну, они тут расходятся. Вот у этих, значит, очень низкие частоты. А вот 40 Гц улучшает восприятие по всем органам чувств. Осторожно. Не более 5 минут. Ну, давайте представим, что такое 40 Гц. На самом деле. То есть это очень-очень-очень низкий звук на пределе возможностей аудиосистем. У меня вот наушник еле-еле справляется. Колонки, думаю, в принципе, с сабвуфером еще пониже могут воспроизвести. Но не знаю, ниже я буду слышать или нет. На всякий случай второй надену. Например, вот там 28 Гц рандомно поставил. Нет, я вот уже не слышу. Ну, 34. Да, еле-еле слышно что-то. Вот. То есть ниже мы просто-напросто, ну, не можем воспринять звуки 20 Гц, как правило, потому что наш диапазон слуховой обычно где-то в районе, ну, даже, может быть, до 15, конечно, доходит. Но от 15 Гц до 20 000 Гц считается наш диапазон. Поэтому, если говорить, что ниже звуки воздействуют на нас, ну, нет, не воздействуют, не могут, потому что мы их тупо не слышим. У нас барабанная перепонка не может передавать импульсы, то есть не барабанная перепонка, а наш слуховой анализатор не может передавать импульсы такой низкой частоты, он просто не воспринимает их, не происходит возбуждение в нервном волокне. Ну и выше 20 тысяч тоже, потому что мы просто не сможем. Например, вот самое высокое, что в этом генераторе есть, 20 154. Будет, не будет? Нет, уже вот мой наушник не слышит, 16 000 Гц. Вот очень-очень тонкий такой противный звук. Такой на грани с ультразвуком. У меня вот есть. Не знаю, как у вас. Не очень приятная вещь, но, в принципе, выдержать все можно, если потренироваться. Вот. Но эти товарищи утверждают, что этого всего есть какие-то эффекты. Естественно, может быть, если вот вспомнить все вот эти вот аудионаркотики, какие-то там бинауральные частоты, может быть, действительно такое, что воздействие какой-то определенной частоты на мозг происходит, если она постоянно будет долбить в уши. Почему? Потому что есть такое понятие, как утомляемость нейронов. То есть, если постоянно одни и те же нейроны будут работать, то у них в итоге истощится запас их медиатора. И они будут работать хуже, медленнее и так далее. А естественно, поскольку в организме все взаимосвязано, то те нейроны, которые будут отвечать за восприятие такой частоты, они, может быть, будут работать больше, устанут, другие в это время будут меньше уставать, что-то там переклинит. И, в общем, что-то, может быть, у человека щелкнет в голове при этом. Может быть, такой эффект действительно был, я не знаю, на меня они не действовали. Ну, или, может быть, люди просто тоже в это верили, поэтому это работало. Не могу сказать ничего по этому поводу.
Ну, то есть не про те аудионаркотики, которые ВКонтакте, конечно, а про те, которые вот действительно пытались изучать и исследовать про вот эти вот бинауральные волны. Их нужно, во-первых, слушать в специальных наушниках, которые позволяют передавать, ну, так скажем, без потерь практически весь звук, который передается, потому что обычные вот наушники, такие даже затычки, они очень для музыки, короче говоря, подходят, а не для одной какой-то частоты. Вот. Но в целом, конечно, все это полный бред. Просто я хотел пояснить, почему конкретно это бред. То есть ясно, что люди, которые здравомыслящие, войдут в эту группу и будут все читать, они скажут, блин, нифига себе, какой постят, да еще и в группе, в которой 11 тысяч человек. Ну, все понятно. Да еще на этой записи, как бы я не знаю, что с вами будет, как говорит Задорнов, но на этой записи 1500 репостов и 3000 лайков. То есть, когда там выкладываешь какой-нибудь интересный факт научный, его там репостнут от силы, ну, в такой же группе по численности, ну, человек 50-60, а здесь вот 1500. То есть, они вот надеются реально, что их это исцелит, поможет, пробудет интуицию, активирует шишковидную железу и рассосется у них раковая опухоль. Довольно опасная вещь на самом деле. Почему? Потому что, как правило, физиотерапия чем хороша? Она обычно применяется в совокупности с основным лечением, поэтому даже если оказывает плацебо-эффект, то настоящее лечение тоже присутствует. А люди, которые верят таким вещам, они обычно отказываются от обычного лечения традиционного, отказываются от лекарств и так далее, и лечатся только такими вещами. И это их может в итоге, конечно же, погубить, потому что одного плацебо может не хватить для того, чтобы та же самая раковая опухоль рассосалась или срослась какая-нибудь зияющая рана. Нужно, конечно, врачебное вмешательство. Улиточка, улиточка, да, улиточка не передает. Но это ухо не слышит ниже 15 Гц, тело чувствует, ты же воспринимаешь тепло или М-излучение. Тогда, но это опять же будет просто вот, ну, 3 Гц, что такое? Это 3 колебания в секунду. Что ты будешь слушать звук с частотой 3 Гц, это все равно, что ты будешь делать вот так вот себе, по пузику. От этого уже ничего не произойдет. Ну, может быть, только, не знаю, быстрее в туалет сходишь или что-нибудь такое. То есть не будет никакого эффекта такого, о котором говорится в подобных заявлениях, статьях и всем прочем. Вот. Это, в принципе, все, о чем я хотел сегодня поговорить. Спасибо большое, что выслушали. Я поделился, я выплакался вам очередными горючими слезами по поводу заблуждений людских. А что будет в четверг, пока я не знаю, не решил еще. Либо ответы на вопросы, либо, может быть, работу сердца все-таки и чтение ЭКГ, поговорим про это. Но надо будет, конечно, подготовиться посерьезнее. Будет ли время в четверг, я пока не могу сказать. Вот. Во что завтра играем, тоже не знаю, поэтому за анонсами, кому это интересно, следить. Либо Дред, либо Хантер, скорее всего. Если не переклинит ничего у меня там из-за бинауральных волн. Вот. Поэтому всем большое спасибо. Сейчас я вас прям заряжу по тексту. Все по тексту. Заряжаю на нормализацию психофизиологического статуса, даю антистрессорные и антидепрессивные эффекты, повышаю работоспособность, нормализую ваш сон, снижаю утомляемость, улучшаю настроение. Ну и хватит пока на сегодня. А то, когда эффект слишком большой, то обычно люди начинают привыкать к нему, он не работает потом. Поэтому лучше меньше, но чаще. Поэтому приходите почаще. Все, всем большое спасибо. До скорых встреч.